Всем привет, доброй ночи, доброе утро. Или что там у нас? Короче, по многочисленным просьбам, кто спрашивал у меня, кто задавал вопросы, как найти и чтобы разблокировать модем. Я нашел полностью драйвера, прошивку нашел. Видео, кто это видео сделал, можете потом зайти к нему на сайт, ну или подписаться, поставить ему лайк, естественно. Довольно неплохо тут даже и ребенок, мне кажется, сделает. Вот. Сам проверил, сам прошил. У меня был билайновский, шибкового у нас, так как у нас поставили вышку здесь. Сейчас работает МТС и Теле2 хорошо, Билайн, можно сказать, далеко, до свидания ему, можно сказать, смело. Вот, сейчас не нарадуюсь, работает у меня Теле2 4G, ну и скорость, естественно, лупит по полной программе. Если у меня какая-то программа есть, чтобы закачать, я ее закачиваю, и буквально она у меня... Ну или игра, или кино там скачивается там, ну, быстро. Сейчас даже вот я проверял, еще раз проверь, покажу. Вот. Тут маленько будет тормозить, а тут у меня запись идет. Ну, в принципе, довольно неплохо, да? Это лучше, чем с проводным, который у нас по медиахе стоит. 19 мегабит в секунду. Ну, в принципе, он у меня с антенной, но у меня и без антенны шлепает довольно. 11 мегабит в секунду. Вот он у меня Теле2. Прям шикарно, честно скажу. Так что смело можете скачивать программу, которую сейчас закину. Скачивайте, не стесняйтесь, распаковывайте, смотрите внимательнее, делайте, скачивайте еще раз, прошивайте. Ну, если что-то как-то где-то непонятно, можете написать в комментариях, я могу переписать и сам сделать. Ну, в принципе, одно и то же, в принципе, проверено. Ну что ж, все, давайте пока. Подписывайтесь, не стесняйтесь на YouTube или в Одноклассники. Всем пока.